гренадеры. Давайте смотреть еще один очень красивый и редкий ПРС. Такой вот белый, как я говорю, обычно белый и красивый. Вот. Это достаточно редкая гитара. Это именная модель такого гитариста, как Дэйв Наварро. В принципе, абсолютно классический ПРС. Вот, как мне объяснили знающие люди, что основное отличие данной сигнатуры от других, ну, во-первых, то, что он белый, да, а во-вторых, то, что гриф сделан немножко по-другому, гриф действительно очень удобный. Ну, вот тут птицы, опять же, нарисованы такие с ободочками, ну, вот, очень понтовая гитара, в принципе, очень простая, то есть ручка громкости, ручка тембра и два переключения, и переключалка вот эта между ними, собственно, и все. Сзади выглядит вот так, тоже девственно белый, ну, и локовые колки тоже мы тут наблюдаем, серийный номер присутствует. Опять же, модификаций ПРС много, всяких разных. Есть фанаты этого дела вообще, то есть, которые считают, что ПРС это вообще лучшая гитара для любого стиля. Возможно, это так. Вот, значит, я еще раз говорю, я больше там, мне как любителю телекастеров и лесполов, там, и банок, да, для меня ПРС это достаточно сложная история, но еще раз хочу сказать, то есть познакомиться с меня, то есть что я отмечу, действительно очень удобный гриф, играть крайне удобно, вот. Другой вопрос про звук инструмента. Он такой универсальный, естественно, можно здесь очень удобно крутить вот эти ручки. Здесь достаточно радикально тембры влияют на звучание, в общем, я этим пользуюсь. Ну, а в большинстве случаев, особенно я посмотрел, сейчас там много гитаристов, которые играют в тяжелых стилях на PRS-ах, ну, видимо, это связано с удобством и то, что, в общем, достаточно жира. Вот. И по сравнению с тем же Les Paul'ом, она, конечно, не такая тяжелая и гриф не такой толстый. То есть здесь все так в меру, скажем так. Давайте сейчас я в Combic Blues Junior на чистом звуке немножко что-нибудь поизображаю на этом чудесном PRS Dave Navarro. Thank you.
про самого товарища Дэйва Наварро я знаю крайне мало, практически от слова ничего, да, то есть я знаю, что он когда-то играл там какое-то время в Red Hot Chili Peppers, что он там играл, мне сложно сказать, вот, потом туда Фрусчанте, по-моему, вернулся, вот, и, по-моему, у Дэйва Наварро есть собственный проект, я так послушал немного, ничего не понял, в общем, как бы каким-то великим гитаристом он реально не является, скорее такая тоже рок-звезда, да, там весь в татухах, там, в феньках, весь такой брутальный, и, значит, вот с таким вот белым PRS-ом он выступает. Ну и хорошо, что называется. Я говорю, работать рок-звездой – дело достаточно трудное. Для здоровья иногда вредно. Ну, чувак там как-то справляется. Еще раз говорю, мне понравилось в гитаре две вещи очень. Это гриф. Мне понравилась вот вариативность, вот именно с помощью кручения ручек, определенная простота. Вот, простота управления. У меня там еще один юбилейный PRS более навороченный лежит, потом тоже можно будет сравнить, о впечатлениях расскажу. Давайте сейчас педальку и драйв подключим, потом что-нибудь поковыряем. Собственно, я думаю, хватит терзать замечательный белый красивый PRS сигнатуру Дэйва Наварро. Значит, гитара это в лавке, гитара продается, гитара обменивается. Состояние гитары, кстати, прекрасное совершенно, то есть ни сколов, ни коцок. Меня тут спрашивали, сколы, коцки есть? Примерно как мыши, крысы есть, мышев, крысов нет, но сколов, коцок тоже нет. Вот. Значит, ну, собственно, наверное, на этом, я думаю, можно завершить данный обзор. Еще раз говорю, гитара в лавке, гитара наличствует, гитара продается, гитара обменивается. Обмены рассматриваю все в пределах разумного. Ну и на этом, думаю, можно и откланяться. Вам спасибо за внимание и пока-пока.